Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вы на канале у Михалыны Лайф. Сегодня я хочу вам рассказать такую историю. Историю про мое устройство. Как говорится, мой лайфхак, который я придумала, не имея, конечно, штатива для съемок. Итак, друзья мои, перед вами 3-литровая банка. Вот вы скажете, какое отношение имеет 3-литровая банка и крышка капроновая для съемок. Моих, конечно, съемок, которые я произвожу часто на кухне, когда что-то готовлю для видео. А вот какое. Значит, снимаю я на телефон. И для того, чтобы работать двумя руками, мне, естественно, телефон надо куда-то пристроить. Ну, вы сами понимаете, телефон без селфи-палки или как монопода никуда ты не пристроишь. И я для этого, конечно, купила вот такой вот монопод. Он стоит 200 рублей, небольшой такой, маленький, он раздвигается, складывается. Хорошее, я скажу вам, устройство такое. Вставляешь телефон вот сюда, вот, как говорится, вот в это устройство, зажимаешь его, и можно и с него прям снимать. С него тоже замечательно будет происходить съемка. Но, опять-таки, рука будет занята одна, а одной рукой, естественно, показывать, как готовятся продукты, фактически невозможно. Ну, что тогда мне пришло в голову? Я решила, значит, как говорится, придумать что-то. Для этого я взяла 3-литровую банку, на дно положила вот туда салфеточку такую мягкую, ну, чтобы не скользило по дну, крышку капроновую, сделала в нем отверстие. Эту баночку отверстием накрываем, и вот в это вот отверстие, как говорится, вставляем. Что мы вставляем? Монопод. Вот он, пожалуйста. Так, сейчас я... Ну, примерно вот так вот баночка закрыта, вы представляете, плотненько. Вставляем туда телефон, и этот монопод можно регулировать. Можно его вниз направлять, можно подальше. Тем не менее, он там стоит устойчиво, не двигается. Можно поставить его на расстояние, где снимается видео, и как бы он выручал. Ну, что тут говорить? Это, как сказать... Придумка такая временная, и с этой банкой, конечно, только дальше, чем от стола, вы никуда не уйдете, и снять уже будет на расстоянии невозможно. И тут, узнав о моих таких вот неудобствах, моя дорогая, любимая племянница, единственная, Наташенька, решила сделать мне подарок своей крёсе. И она прислала мне вот такой вот штатив, новый штатив, штатив-монопод, который называется ТР... три под и 3120. Я, конечно, еще им не пользовалась и безумно рада. И, конечно, моей дорогой племяннице и ее мужу Дмитрию и деткам моим любимым Данилу и Лианочке желаю крепкого здоровья, конечно, семейного счастья и чтобы все-все у них было хорошо. И вот, значит, так. И этот, как сказать, штатив я еще не применяла в деле, поэтому я хочу вам показать, как он выглядит. Вот я его немножко сейчас распаковала, вот, вытащила из коробочки. Ну, штатив хороший по описанию, как я поняла, но я еще им не пользовалась. Он на треножках стоит, он снабжен еще пультом управления. Пульт, это значит, что он дает? Дистанционное управление. Там, значит, можно... Он годен как для телефона, так и для камеры. Его нужно, можно устанавливать на пол. Он работает в нескольких вариациях. И на столе, и его можно поставить, как говорится, и на пол. И ножки все эти фиксируются, все вытягиваются на большое расстояние. Поэтому я считаю, что это замечательное, конечно, штатив, просто необходимый штатив для съемок. А, вот. И что там нужно сделать? Как мне объяснила племянница Наташенька, что нужно подсоединить, будет телефон, там, если камера, то нужно Bluetooth. И вот это вот, значит, устройство, оно будет на расстоянии уже работать как пульт управления. Ну, я, конечно, безумно рада этому подарку. И, конечно, я его обязательно буду применять. У меня и руки будут свободны, и я не буду переживать за эту банку, куда ее поставить, потому что я ставлю ее, когда готовлю, рядом с плитой, и она нагревается иногда вместе с телефоном. А сейчас, пожалуйста,
можно выставить расстояние и поставить штатив, и, пожалуйста, на здоровье снимай. А вот этот лай, как говорят, лайфхак останется в моей памяти, потому что мы, люди, как говорится, что-нибудь да придумываем, потому что для удобства своего. А монопод, вот этот, который селфи-палка, она пригодится для съемок на улице, потому что, как бы ни было, от руки всегда идет небольшая тряска, потому что все-таки это не камера со стабилизатором, это же телефон, и он, естественно, не снабжен такой устойчивостью. А хочется, чтобы видео было полноценным, и чтобы качественным было видео. И поэтому надо добиваться вот таких вот устройств, замечательных, таких как штатив. Я, конечно, не знаю, может быть, есть и другие штативы в продаже, может быть, есть какие-то марки другие, но у меня вот такой вот, и я очень им довольна. И довольна тем, что вот еще, даже я говорю вам, что есть еще пульт управления. Пульт управления – это значит вообще красота. Его можно поставить на большое расстояние от себя, настроить его, и пультиком еще его направлять куда нужно. Вот. Ну, я могла бы сейчас, у меня просто одна рука сейчас в телефоне занята, я могла бы его, конечно, показать, что вот он в каких вариациях работает. Вот здесь я поставила его на столе, да? Вот он на столе стоит, вот. Вот. А также у него ножки эти вытягиваются, высота их, по-моему, прям, знаете, мне так, сейчас я скажу вам. Значит, у них, он вот на коробочке здесь, что у него на коробочке здесь нарисовано? У него здесь нарисовано, здесь некоторые, это предлагается, наверное, да, 420 грамм он, 16,8, 3,45. В общем, он, когда, вот смотрите, дан 345 миллиметров, 3 метра 45 сантиметров, он когда стоит, 3,50, когда стоит на полу, 3,5 метра от пола, значит, да, и есть еще... На столе он стоит, значит, здесь 1,20 м. В общем, вот в разных размерах он, можно его фиксировать. Вот раз, два, три. В трех размерах его можно фиксировать. На столе можно его еще уменьшить. Еще меньше будет. А если ставить его на пол, то можно его растянуть прям, как говорится, может быть, даже, я не знаю, конечно, надо попробовать его еще в работе, на какое расстояние можно его сделать на полу. Но по внешнему виду и по характеристикам я, конечно, очень довольна и рада. Вот моим мучениям пришел конец. Теперь, значит, моя банка с крышкой уходит в прошлое, а здесь появился у меня новый штатив, чему я, конечно, я еще раз подчеркиваю, очень рада. Ну вот, посмотрите, какой. Если у кого-то нет, друзья мои, то, конечно, надо его им приобрести. Потому что, я не знаю, может быть, кто-то имеет другое приспособление для телефона, я имею в виду, или для камеры. Вот. Ну, штатив, я всегда думала о нем и знала, что штатив нужен. Вот, друзья мои, такое видео, которое, как говорится, Михайловна вам и предлагает. Я всех вас благодарю за то, что вы со мной, послушали меня, посмотрели. Ну, кому если понравилось, отметьте как-то. И, конечно же, приходите, я вас всех жду. Своих родных всех я люблю. И, конечно же, большое-большое спасибо. И, как я всегда говорю, до новых встреч на канале у Михайловны Лайф.